здесь забыл, человечишка? Я пришел за душой Ирая. Зачем человечишке душа Ирая? Это не твое дело. Просто отдай все. Нет. Тело Ирая слабое. Не заслужило носить имя. Не заслужило души. Вот как. Тогда я заберу душу Ирая по праву сильного. Люди слабы. Орки сильны. Если ты сильный, сможешь забрать душу Ирая. Человек дерется или уходит. Я буду драться. Защищайся. Человечку будет больно. Умный здоровяк. Отдавай амулет. Душа Ирая не здесь. Я спрятал. В пещере. Нажми и поверни. В чем? Нажми и поверни. Открывает сундук людей. Значит, пещера, а в ней сундук? Да. Людской сундук с нажми и поверни. Где эта пещера с амулетом? На востоке. И деревья уступают место камню. Во имя Белиара, с чего ты удумал запирать амулет в сундуке? Почему нельзя было его закопать, как и подобает орку? Сперва я повесил душу Ирая на жирную пещерную жабу. Ирай глуп. Он заслуживает глупое жабье тело. Но имя Рая всегда спадает с жабы. Так я запер душу Ирая в людской сундук и прицепил его на спину жирной жабе. Тело Ирая слабо. Оно никогда не победит жирную жабу. Какая еще жирная жаба? Жирная пещерная жаба. Тупая, но сильная. Если жаба такая сильная, как тебе удалось провернуть свое дело? Жаба сильная, но тупая. Почему ты не в своем племени? Ушел. Эрхак забирал наши души. Эрхак слишком сильный. Но я сам каждый день все сильнее. Через много лун я побью Эрхага и освобожу своих братьев, орку Ругура. Орку? Чего? Орки свободны. Орку-ругура! Что тебе сделал этот Эрхак? Эрхак злой. Делает оркам плохо. Он разрушает племя. Племя дружит с соседями. Охотится, собирает коренья. Живет мирно. Эрхак хочет сделать из нас убийц без души. Таких, как он сам. Зачем всем оркам становиться похожими на Эрхага? Эрхак говорит, что так надо. Эрхак и его дружки. Они говорят, что орки воины. Гордые воины. Они дерутся. Они убивают. Но зачем? Зачем мне быть воином, если нет войны? Зачем мне убивать людей? Если Эрхак хочет боя, то это не мой бой. У Эрхага есть друзья? Пятеро. Все орки, все пришли с ним. Воины, убийцы, без души. Жестокие и очень хитрые. Как Эрхак взял вверх? Эрхак и его дружки пришли в племя как гости. Он был спокоен. Много говорил, мало делал. Только охотился и брюзжал. Много лун, но... Но? Но потом он вызвал Морига на поединок. Убил его. Первая смерть в бою за право быть вождем. Так Эрхак стал новым вождем. Я ушел из племени. Морик был глуп. Но Эрхак плохой. Я не хочу жить как Эрхак. Орку-ругура! Орку-ругура! Что произойдет, если Рай победит Эрхага? Ха!
И рай слаб. Был слабым тогда, а теперь слаб еще больше. Он не может драться с волком, даже с гоблином. Не победит Эрхага. Подожди. Через много лун я сам побью Эрхага. Почему ты сам не вызвал Марига на бой? Я вызывал его на поединки. Каждый год. Но не в этот раз. С вождем может драться только один орк. Если хотят много, они дерутся друг с другом. Победитель дерется с вождем. Но я видел глаза Эрхага. Глаза убийцы. Значит, ты предоставил драться Эрхагу? Да.
человек. И рай потерян. Вот, держи амулет. Я это я. Я и рай. Раз уж так написано на амулете, значит и правда и рай. Я и рай. Сын Марига. Рад за тебя, я... Сын Марига будет драться. Эрхак умрет. Орк Куругурах. Не спеши. Сын Марига может подождать, пока я поговорю с Мелагом. Зачем Шалок украл твой амулет? Шалок ненавидел Марига. Шалок тоже хотел быть вождем. Но Мариг сильный. Шалок проиграл. Шалок отомстил сыну Марига. Я мстил Шалогу, и потому Шалок украл мою душу. Что будешь делать теперь, когда амулет возвращен? Драться. Бить Эрхага. Мстить за Марига. Стану вождем. И каким же вождем ты станешь? Таким, каким был Марик. Мы ловим рыбу. Мы бьем дичь. Племя счастливо. А что станет с пленником Гаваном? Он получит свободу. Будет свободен, как птица. Вернется в свое племя. Люди живут в замке. Орки живут в пещерах, как и раньше. Все будет хорошо. Твое племя захочет сделать тебя вождем? Да. Я сын Марига, победитель Эрхага. Дарю мир. Надеюсь, что жизнь в глуши укрепила тело Ирая. Да, что-то у меня дурное предчувствие насчет боя с Эрхагом. Это правда. Ирай слишком слаб. Ему надо готовиться еще много лун. Слишком много. С Эрхагом придется драться Шалогу. Шалок проиграет. Он сильный, но он не воин. Я легко одолею его. Тогда... Когда все потеряно, пришло время мне похоронить мое имя. Постой. Мне все равно надо спасти Гаваана. Вряд ли Эрхак просто возьмет и отпустит лорда, если я его попрошу. Что ты надумал? Я брошу вызов Эрхагу. Ты не орк. А с амулетом Ирая, если я надену его имя, то стану им? Да. Тогда ты станешь Ираем. И тогда у Эрхага не будет выбора? Ему придется принять вызов? Если он откажется биться с Ираем, он перестанет быть вождем. Растак, давай эту проклятую скахань. Держи. Перед уходом забери то, что найдешь в моем сундуке. Тебе пригодится. Ладно, но сперва я достану себе душу Ирая. Постой. Что такое? Спрячь душу Ирая. Открой всем, что ты Ирай, перед тем, как бросить вызов Эрхагу. Почему? Иначе Эрхаг откажется биться с тобой. Он не верит в души. Но орки Сильверлейка верят. Если ты бросишь ему вызов, будучи Ираем, он вынужден будет драться с тобой. Или перестанет быть вождем. Ладно, отлично, теперь я орк. Эррей, послушай, мне нужен твой амулет. Мой амулет? Твоя душа. Это моя душа!
Я Ирай. Ты не Ирай. Отдай мне свою душу. Я сражусь с Эрхагом за тебя. Я не понимаю. Ты Ирай, верно? Да. Я Ирай. Почему ты Ирай? Потому что мое имя написано на моей душе. Именно. Поэтому если твоя душа будет висеть на шее человека, она получит новое тело. Сможешь пойти на бой и победить Эрхага. Я... Разве ты не хочешь отомстить за Марига? Ты прав. Я возьму твое тело. Ирай? Ирай ушел. Ирай теперь ты. Как поживаешь, мой друг? Урзак-хурак. Эрхак-вар-крушор. Что ты там бормочешь? А в чем дело? Ирай позабыл язык своих предков? Очень смешно. Это был орочий язык, верно? Его лучший диалект — сильверлейкский. Правда, акцент у меня ужасный. А что ты только что сказал по-орочье? В буквальном смысле. Твои соки содержат победу. Эрхаг будет заоружен. Что? Человек в таком случае сказал бы так. Ты победишь, Эрхаг умрет. Или так, удачи.